Православные жители Мариэл отметили День крещения Руси. В этом году дата была юбилейной. Согласно летописям, в июле 988 года, то есть ровно 1030 лет назад, Русь приняла православие. По всей стране, и Мариэл не исключение, на неделе прошли события и акции, посвященные торжественной дате. Так, в Козьмодемьянске, в этнографическом музее под открытым небом, состоялся концерт. Перед зрителями выступили самодеятельные артисты и коллективы, народная группа «Аяр», а также хор храма Рождества Христова из села Пайгусова. Все номера были посвящены святой дате крещения Руси. О счастье семейно молятся по всей православной России, муромским чудотворцам, чтоб у Господа и спросили. Мы уже принимаем не первый раз участие в течение уже 4, уже, может, даже 5 лет. В Козьмодемьянске проводится вот мероприятие, посвященное этому великому празднику. Вот, и мы активно, охотно участвуем. И со своего прихода приезжают у нас и прихожане, и люди неравнодушные. И хор наш церковный тоже участвует. И по мере возможности вот, исполнять произведения, песнопения, которые прославляют князя Владимира, его великое дело. В честь этого большого праздника мы решили организовать для жителей города праздник, где они могли бы услышать песнопения, посвященные данной дате. Это мероприятие у нас пробное, в первый раз на площадке этнографического музея, но надеюсь, что не последнее будет оно у нас ежегодным, потому что мы плотно сотрудничаем с православной церковью.